Пункт отбора на контрактную военную службу – это стартовая точка для тех, кто хочет пойти добровольно защищать границы России. Ежедневно по адресу Октябрьская, 30 в Орле, собираются мужчины, готовые сделать взвешенный и осознанный выбор. Помогают им в этом офицеры пункта отбора на военную службу по контракту. В настоящее время на территории Орловской области проходит набор на военную службу по контракту. Мы расположены в городе Орел, улица Октябрьская, 30. Кандидату, изъявившему желание поступить на военную службу, первично при себе необходимо иметь паспорт и военный билет. Здесь инструктор пункта отбора расскажет кандидату о всех социальных гарантиях, выплатах и о всей подробной информации. Чувство долга, любовь к родине, обладание особыми профессиональными качествами и, конечно, непосредственная помощь родным и близким. Это то, что мотивирует мужчин сделать выбор в пользу контрактной службы. И ответ на вопрос, почему они решили сделать такой выбор, очевиден. Ну как, почему? Быть достойным памяти дедов. Хотя бы у меня оба деда воевали, как бы в Великой Отечественной. То же самое сражались с фашистами. Как бы быть причастным ко всему этому.